В наступающем году ставки по ипотеке упадут до 10% годовых. Стоимость кредита на покупку жилья в новостройках заметно снизится. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. В этом году средние ставки по ипотеке уже упали до кризисный уровень. В декабре их размер составляет 12,7% годовых. Что касается первичного рынка, то там ставка сейчас составляет 11,5%. По словам министра, к концу следующего года она должна снизиться до 10%. Спрос на покупку жилья в кредит начал восстанавливаться, отметил министр.